Николай, приветствую вас. Как и обещал, канун дня вашего рождения, маленький вам подарок. Вот они, 3 200-ки. Сейчас я вам полностью покажу фильм от момента, когда я все это размечаю. Фильм не просто так я показываю, а чтобы вы понимали, что так может сделать каждый. Фломастер пока убираю. Вот они, 200-ки. Сначала убираем шляпки. Заподлицо откусываем шляпки. Так, кладем на линеечку. Вот уже одна не вписывается в ваши 190. Вот. Несложно посмотреть. Вот 3 я откусил, соответственно 2 190 впишутся, одна будет с краем. Сейчас еще одну возьму. С очень большой натяжкой. Сейчас я отмечаю. Вам показываю. Вот 0. Вот 190. Вот полоса проведена. Вот по ним я сейчас в черном откушу и получу 190. Один готов. Второй практически тоже готов. И третий. Ну и вот 3 200-ки на 190. Вон станочек. Вот они откусанные. Сейчас покажу, что это. Вот. 6-ка, ровно 200-ка. Загоняем в измеритель. Вы понимаете, что
Это будет треугольник. Поэтому слегка сейчас еще прихвачу. Чтобы концы не болтались. Делаем маленький прихватик скотчем. С двух сторон. Весь процесс вам Николай покажет. Весь. Полностью. От А до Я. От момента из коробки достать. Вот. Слегка. Чуть-чуть. Скотчем 3 штуки. Все, загоняем калибратор, закрепляем. Все за подлицо делаем, зажимные вот эти вот разъемы 2 сантиметра, ну примерно как и пацаны, может чуть больше, естественно, если у нас, скажем так, длина штырей больше, мы больше наматываем, но в основном это начало атаки у нас идет именно на 2 сантиметрах. Поэтому. Извините, вы здесь не? Так, закрепляем вторую сторону. Все зажимаем очень-очень плотно, чтобы у нас не было никаких люфтов и так далее, потому что соскочит сразу же, в общем-то мы можем чуть-чуть надогнуть, соскочит, уже параметры измерения будут другие отличаться. Вот я зажал вам ваши, сейчас покажу, идеально. Конструкция готова. Вот. Заподлицо. Заподлицо. 3. Изучайте. Может, такой станок себе сделаете. И будете тогда калибровать всю область. Теперь по центру накидываем разрывной, центруем, включаем. Так, цифры у вас видны будут. Все буду рассказывать. Пошли натягивать. 24 килограмма, 49, 76, 100 килограмм, 135 пошла начальная деформация, 150, 165, 172, 180, явная 185, 191, 196. Это 200 килограмм натянул. Сейчас металл успокоится. Не забывайте, форма треугольника. Каждая грань является, ну, каждый штырь является гранью. Очень большая защита. 193 килограмма. Я вам вчера писал, что была партия 142-145, там показывала килограмм. Была партия 190. Вот градусов 20.
по лекалу. 189 килограмм, 206, 210, 215, 220 килограмм. Вот, смотрите, что, как получается. Смотрим, 30 градусов, 211 килограмм, 211 килограмм, 30 градусов. Сейчас чуть-чуть еще. 207,9 металл успокоился, 224, 227 килограмм. Вот так вот, 217,5. Вот сейчас подставим. Это четко, 30 градусов. Смысла дальше ломать нет. Станок будет вытягивать. Так что снимаем. Вот еще до 230 подгрузил, потому что еще будет отдача назад. 220 килограмм. Вот так вот. 220 килограмм. 3 200-ки. Делайте выводы. Сейчас снимаем, промеряем. Динамометр выключаем. Немаловажный фактор. Смотрите, здесь еще получается так, что разъемы, три штыря здесь зажали. Фактически получилось, что мы здесь еще как будто его подварили, эти все концы. Ломать вы будете в мягкой защите. Там стержни разбегутся, хотите вы это не хотите. Если вы сильно их не будете сматывать, при первом кинке, когда вы его проломите, стержни начнут разбегаться и выстроятся в принципе в линейку. Это фактически значение очень большое, станет легче. Здесь вы поняли, ситуация какая. Здесь ситуация такова, что зажимы, они роли сварки выполняют. Видите, как они плотно держат эти концы. Поэтому значение завышенное. Ну вот, разорвали мы разорванную часть. Несу, кладу на градусы. Тридцать градусов. Вот они, 3 штуки. Так что желаю удачи вам, здоровья. Сейчас вот плацы накручу и попробую доломать. Фильм покажу. Давайте, пока. Удачи. С наступающим.